Ежегодно в Украине более чем у 1000 детей обнаруживают онкологические заболевания. К огромному сожалению, многие семьи сталкиваются сегодня с этой страшной проблемой. Существуют различные лекарственные средства и медицинские приборы для лечения онкобольных детей, но зачастую у родителей нет на это денег. А для таких детей каждый день промедления может стоить жизни. Увидев такую серьезную проблему, апостол Владимир Мунтян решил лично оказывать необходимую материальную поддержку детскому отделению Киевского онкологического центра. Каждый раз, когда я попадаю то ли в военный госпиталь, то ли в детское отделение здесь, то ли в больнице, то ли к пожилым людям, я вижу, что они живут в другом мире. И нужно всегда расширять свое понимание жизни. Потому что многие люди построили свой мирок. И они думают, что их мирок – это все, что есть. Но на самом деле есть другие миры. И эти миры, они в больницах, они в домах престарелых, они в военных госпиталях. Они там, где сегодня страдания. Все действия и мои, и действия всей нашей команды, и всех партнеров, они исключительно из любви к людям и сострадания. Помимо морального сегмента, немаловажной является и финансовая поддержка, с помощью которой приобретаются лекарственные средства для больных. Именно такой поддержкой занимается благотворительный фонд Владимира Мунтяна «Возрождение». Я очень благодарна. Большое спасибо, потому что на сегодняшний день это действительно очень необходимая нам помощь. Я считаю, что за эти деньги мы закажем себе космоген, и уже следующая химия. Вот понимаете, вот я могу жить в спокойствии, потому что я уверена в том, что вот следующую химию мой ребенок зайдет и пройдет без проблем. Вот эти вот деньги, это вот еще каких-то там 20 дней успешного, хорошего лечения. Фонд помощи Владимира Мунтяна не может ждать и смотреть, как страдают тяжело больные. Поэтому партнеры объединились для бескорыстной помощи лекарственными средствами, которые могут спасти тысячи человеческих жизней. Наша цель – помогать тем, кто нуждается. И я очень благодарна партнерам, я благодарна Владимиру за то, что он откликается, скажем так, даже молниеносно. Да. Благотворительный фонд Владимира Мунтяна «Возрождение» сделал много для того, чтобы облегчить жизнь больным, подарить им шанс на полное или частичное выздоровление. И вот как прокомментировала это представитель фонда. Детки, как им мне помочь? Вот приходишь в онкоцентр, где лежат детки, они тут по году лежат, по полгода лежат. Они получают эту химию. И ты не можешь просто спокойно на это смотреть. И потом месяцами как возвращаешься к этому в своих мыслях и думаешь только об одном. Чтобы у них все было хорошо, чтобы они выздоравливали. Фонд Владимира Мунтяна «Возрождение» делает все для того, чтобы каждый человек в стране мог ощутить радость, прожить счастливую жизнь. Ведь для всех людей жизнь – это дни, которые должны быть наполнены яркими и приятными моментами. Дни, в которых нет места болезням и страданиям. Так, лично хочу поблагодарить Владимира Мунтяна и его фонд «Ведроджиня» за помощь, которую они оказывают детскому онкологическому отделению уже на протяжении нескольких лет. Помощь выражается в приобретении оборудования медицинского для лечения детей с онкологической патологией, лекарственных средств, средств медицинского назначения для лечения онкологических заболеваний. Сегодня благодаря поддержке фонда Владимира Мунтяна «Возрождение» десятки детей с онкологией получают жизненно важное лечение. Огромное спасибо вам, дорогие партнеры. Именно ваши финансы служат на благо украинцев.